прикольно прямо на кухне. Самообслуживание. Ребят, вчера тут был ресторан, и вот через эти окошки мы могли видеть, как люди работают на кухне. Так, здесь яйца, которые сварены вкрутую. Стопочки с чем-то имбирным. Ребят, печь выглядит такой антикварной, а посмотришь слева, получается современная. ЖК-экран. Вот вы меня все критикуете за нездоровое питание. Поэтому я решил поесть кашу. Сегодня нам с вами предстоит очень интересное путешествие. Мы поедем по Скандинавии, мы проедем из Дании в Швецию. Туда отправимся через мост, обратно на пароме. Посмотрим архитектуру, посмотрим, ну, вообще обычный скандинавский быт, поля, природу. Заедем на интереснейший маяк. И, конечно, все это будет через путешествие на обновленном Cadillac XT5 2.0 Turbo. И знаете, вспоминая о рестайлингах и проецируя на сегодняшнюю историю, я вспомнил свой Lexus RX. Это был Lexus RX второго поколения, RX 300. Это была европейская версия, мощность была чуть больше 200 лошадиных сил, и налог был достаточно разумный. А со временем эта машина обновилась, и 300-е просто сняли, они пропали из продажи, но довольно быстро появились в продаже 350-е, те, которые сменили в этом же кузове автомобиль, но с мотором 3,5 литра. И машины с мотором 3,5 стоили дешевле, чем 3-литровые. И, соответственно, я продал свою машину и за те же деньги купил на 5 лет моложе, ну там на 4, RX того же поколения, но с мотором 3,5, только потому что налог был выше. Вот такой менталитет у наших людей. И после этого мне стало интересно, я зашел в приложение Drom для того, чтобы посмотреть, сколько же стоит Cadillac XT5 до рестайлинга. Забавно то, что у дилеров и участников объявления начинаются, ну, где-то от 2 с лишним миллионов. То есть 2300, 2400, примерно такая стоимость у машин, которые имеют, тем не менее, мотор 3,6 литра, 314 лошадиных сил. И я думаю, что когда появятся машины с 2-литровыми турбомоторами, в продаже поддержанные вот эти вот 3,6, очень сильно упадут в цене. Поэтому утро я провел, изучая объявления о Кадиллаках XT5, и в том числе еще потому, что очень интересно было наблюдать за теми деталями, которые изменились после рестайлинга. Вот сейчас я поеду на машине и более подробно вам о всем этом расскажу, но уже сейчас, на второй день, я замечаю, что поменялось, как поменялся руль, как поменялась приборная панель. То есть все это было очень интересно наблюдать. Ну и кроме того, в приложении Drom всегда можно найти отзывы владельцев этих автомобилей. И вот один из отзывов по Cadillac XT5 прямо озаглавлен такой фотографией, в которой сразу легко увидеть именно этот щиток приборов, который был до рестайлинга. Видите, характерно, слева крупный тахометр, маленький бортовой компьютер и в центре спидометр. Но еще интереснее текст, который там написан. Вообще удивительно, что XT5 практически не встречается на наших дорогах. Предположу, что ответственность за сей прискорбный факт в значительной мере лежит на российском представительстве Cadillac. Вот вы где-нибудь видели рекламу этих автомобилей? Так вот, я думаю, что хотя сейчас никакой рекламы Cadillac XT5 не будет, я буду рассказывать все честно и адекватно, со всеми минусами и плюсами, которые замечу в процессе передвижения, но приложение Drom хотел бы, наверное, прорекламировать и посоветовать вам, потому что действительно удобная штука, и одна из очень прикольных фишек – это возможность подписаться на нужный вам автомобиль. Например, вы можете выбрать просто обобщенные понятия. Допустим, эта машина полный привод, год выпуска от 2013, цена до 600 тысяч рублей. И получать все уведомления о подобных приложениях, которые появляются в Дроме за определенный период времени. Ну и комбинируя все это с возможностью смотреть отметки, как отличная цена, машина от собственника и так далее, вы можете составить достаточно понятную картину рынка по интересующей вас модели. Ну и, естественно, если вы задумались о том, что, может быть, стоит купить подержанный XT5, когда он упадет в цене, отличная идея подписаться и дождаться, пока вот все машины с моторами 3,6 конкретно упадут в цене. Поехали по Скандинавии.
Ну а теперь едем по дневному городу, хотя и дождливому. Хотел поставить камеру снаружи, но, к сожалению, у нас дождь, и камеру моментально закидает грязью. Твой, наверное, нет? Или ты их телефон? Это их телефон. Так, может быть, они нам что-то сказать хотят? Давай возьму. Я слышу чьи-то. Сейчас еще раз, наверное, берут. Ну, перезвони там. Ага. Ребята, у нас в машине есть у всех модем, телефон и прочие девайсы какие-то, планшеты. И мы едем сейчас в сторону Эрисунского моста. Да, организаторы. Алло. Да. Да. Надо возвращаться, ключи от машины нам не отдали. Все. Глушить не будем, она же не заглохнет, правильно, если все это время ехать без ключа. Во, будем знать, как Кадиллак угонять. Значит, можно высаживать, да, владельцы, и смело уезжать, пока не заглушим. Все, спасибо, тогда ждем на смотровой. Да, не глушим, договорились. Бак полный, спасибо. Угу. Вот такая, да, ребята, история у нас. Позвонили организаторы, оказывается, ключи от машины нам не успели отдать. А мы только что отъехали от отеля. Интересно, почему он делает такой круг, а прямо здесь нельзя проехать. Понятно, то есть нам нужно через эту петлю. И таким образом, друзья, мы выезжаем на Эрисунский мост. Есть уже указатели, появились указатели на Швецию. Здесь направо, по-моему, нет? Да. Организаторы сказали нам, что будут проверять всех документы при въезде в Швецию. Но это потому, что машина с российскими номерами, машины необычные, кадиллаков здесь вообще на дорогах нет. Ну и судя по навигации, буквально через несколько сотен метров мы выйдем на мост. Обратно из Швеции в Данию мы пойдем на пароме. Смотрите, какой веселенький розовый поезд пронесся у нас справа. За тоннелем. Да, логично. Тоннель, по теории, должен подняться над уровнем воды. И в итоге часть построена тоннелем, часть мостом. И сейчас мы едем вот по датской стороне, которая начинается с тоннеля. И если посмотреть на карту, мы едем под водой. То есть у нас находится сверху, по теории, огромный массив воды. И где-то мы должны выехать вверх, и будет тот самый Эрисунский мост. А это что ж, получается, Эрисунский тоннель? Странно, кстати, что он не пишет, что ключ не найден или какую-то такую информацию. С точки зрения логистики, конечно, это, я думаю, очень сильно улучшило между странами товарообмен. Потому что, смотрите, идут фуры. Да, вот он, соответственно, и железнодорожный путь справа. Да, и это переходит в мост. То есть полное впечатление, что мы сейчас едем просто по равнине. Но навигация опять нам подсказывает, что справа и слева вода. Кстати, вот там вдалеке красиво смотрится, мост видно. То есть, по теории, сейчас должны считаться наши номера, правильно? Его надо приблизить, а? Драйв. Вот, вижу, боковую кнопку нажми. А главное, что не заглохло. Вот это было бы прикольно заглохнуть здесь без ключа. На Эрисунском мосту было бы запоминающаяся история. Все. Таможня. Въезд в Швецию. Не-не, ты просто проезжай, все. Хотя написано паспорт-контроль, но теоретически нас могли проверить, но практически никто нас не проверил. Видимо, погода плохая, и шведские пограничники пошли пить чай с печеньками с шведскими или датскими. И пока мы едем к точке по дороге, можно посмотреть на шведские дома. Не знаю, живут ли там шведские семьи. Ну, неплохие, в принципе, дома. Я не думаю, что это элитное жилье. Здесь же есть и многоквартирные, видимо, домики такие, и частные перемешаны. Немного обидно, что мы выехали, получается, если не первые, то одни из первых. И сейчас придется ждать коллег, которые подвезут нам ключ в заведенный автомобиль.
да, вот здесь у нас и мост, и даже дождь заканчивается. Так, давай где-нибудь здесь встанем. Вот получается парковка, я так понимаю, что здесь много автомобилей в хорошую погоду и в правильное время. Кстати, у нас есть возможность машину сейчас чуть-чуть поснимать. Давай где-то посерединку я вставай, вот, вот прям налево и посередине, и все. Ну что, друзья, пришло время поделиться впечатлениями об автомобиле внутри. Тактильно, так сказать, передать вам все, что я вижу. Ну и, конечно, как я уже и говорил до этого, это натуральные материалы, это кожа, это карбон, это замша. Кадиллак этим гордится. И, в принципе, все сделано качественно, солидно, но в целом нет ощущения американской машины. То есть те люди, которые привыкли к тому, что они уважают именно американские автомобили за то, что это такие линкоры, корабли. Здесь этого нет. Машина выглядит и ощущается компактно. Несмотря на то, что эта машина конкурирует по классу, например, с Lexus RX, создается ощущение, что все-таки этот автомобиль покомпактнее. Ну и кроме этого, есть, конечно, некоторые элементы, которые, как ни крути, они очень быстро эволюционируют в наше время. Например, экраны, ЖК-экраны. У нас здесь тачскрин, достаточно быстро и оперативно реагирующий на нажатие, на прикосновение. К этому нет никаких претензий. Но, если честно, у меня на тестовых автомобилях и ранее у Кадиллака к этому не было претензий. Хотя говорят, что сейчас экран стал более качественным, работает быстрее. Мелкие претензии – это черный лак, черные лаковые панели, которые, как ни крути, а заляпываются пальцами, и все время за ними нужно следить, нужно иметь какую-то тряпочку, чтобы все это протирать. Приборная панель состоит из двух крупных механических сегментов, причем у спидометра стрелка опущена вертикально вниз. Такой, знаете, спортивный элемент, не свойственный ранее Кадиллаку. И разметка до 260 км в час. Слева находится тахометр, указатель уровня топлива. Здесь же у нас есть система старт-стоп, которая, к счастью, отключается вот этой кнопкой на панели. И автомобиль перестает глохнуть на светофорах. Хотя делает он, в принципе, это достаточно ненавязчиво, в отличие от многих машин, в том числе, если говорить о дизельных. Большой селектор, крупная шайба посередине, переключает у нас режимы в системе мультимедийной. Можно двигаться вот так по кругу. Ну, конечно, гораздо интереснее и приятнее пользоваться именно как тачскрином. Здесь также у нас есть кнопка мод, которая переключает режимы движения. Можно включить полный привод, можно включить спорт и можно режим бездорожья включить. Ну или режим тур. Режим тур – это передний привод. И, как показал опыт, когда двигаешься в режиме тур, особенно вот по мокрой дороге, типично переднеприводное поведение автомобиля. Так что если даже дать побольше газа, то проворачиваются колеса. И такое, знаете, воспоминания такие от старых переднеприводных автомобилей. На полном приводе ездить комфортнее, машина отзывчивее реагирует на педаль газа. На рулевом колесе тоже есть интеграция карбона, достаточно стильно это выглядит, аэрбэк прошит кожей. Мультируль, на мультируле у нас есть слева круиз-контроль, справа управление аудиосистемой, и даже внизу вот эти вот две перекладины, которые немногие марки используют. Здесь у нас есть тоже несколько селекторов, которые имеют отношение к мультимедиа. Подогрев руля, система слежения за полосой и система предотвращения столкновения. Ну, регулировка дистанции. Можно регулировать, чтобы автомобиль реагировал за вас. Вообще XT5 довольно много принимает участие в жизни водителя в маршруте, и когда едешь на этой машине, она периодически тебя о чем-то предупреждает. То сиденье трясется, вибрирует, то появляются какие-то индикаторы, сигнализаторы. Естественно, о боковых препятствиях загораются лампочки. В принципе, в какой-то момент это выглядит назойливым. Но со временем к этому привыкаешь, и, наверное, уже со временем может этого не хватать. Так же, как система, которая считывает дорожные знаки. Постоянно едешь и думаешь, какая же скорость на этом участке пути. 60 ограничений или 40, тем более мы едем по Скандинавии, и здесь достаточно жестко с этим. Но вот у нас сейчас, например, последний считанный знак – это 40 км в час. До рестайлинга на XT5 было возможно три комплектации. Это Luxury, это Premium и Platinum. Теперь все Кадиллаки в базовой комплектации тоже Luxury, но они могут быть, соответственно, с пакетами. Это может быть пакет Premium, может быть пакет Sport, и, соответственно, все они могут быть в версии Platinum. Снаружи XT5 изменился незначительно. В принципе, только люди, которые хорошо знакомы с этой моделью, могут заметить отличие. Это решетка радиатора, что-то из бокового обвеса по оптике сзади. Ну, в общем-то, и все. И колесные диски. На самом деле, я вот не отличил бы рестайлинг от дорестайла, если не владеть этим автомобилем и каждый день на него не смотреть. Светодиодная оптика
Intellibeam называется у них, и она находится уже в базовой комплектации. Я сначала думал по свету, что здесь ксенон, но, конечно, оптика светодиодная. И габаритные огни, как говорят создатели, дизайнера Кадиллака, в форме световых мечей. В версии Premium Luxury независимая подвеска, а в версии Sport и с пакетом Platinum независимая подвеска Performance с непрерывным управлением демпфированием, которое они называют CDC. На самом деле я заметил, действительно, отличие есть, когда ехали из аэропорта и водитель вез нас в отель. На версии Sport, как ни странно, машина шла мягче и комфортнее. А вот версия, на которой мы передвигаемся сейчас, вот без этой системы, на ямках немножко ведет себя, ну, наверное, более жестко. И, кстати, в системе полного привода на комплектации Premium Luxury полный привод с одной многодисковой муфтой, а на спорте опять гораздо более интересная и продвинутая система полного привода, которая называется Sport Control, с двумя многодисковыми муфтами. Говорят, в движении тоже это заметно, но опять-таки нужно быть владельцем этого автомобиля, чтобы понимать разницу. Я думаю, что если покупать Cadillac, наверное, все-таки логично это делать в максимальной версии, потому что если вы платите хотя бы 3 миллиона, для многих это хотя бы, это и так очень большая цифра, то стоит доплатить за то, чтобы иметь машину топовую, и потом не переживать за то, что вам что-то не хватает, особенно если это все-таки такой бренд, как Cadillac. В приборной панели дисплей 5,7 дюйма, он персонализируемый, есть 4 конфигурации, простая, рабочие параметры, сбалансированная и улучшенная. И есть проекционный дисплей. Он опционален, но, разумеется, на всех тестовых машинах он есть. Ну а дисплей головного устройства 8-дюймовый и, наконец, поддерживает и CarPlay, и Android Auto. Есть беспроводная зарядка нового поколения. В общем, куча каких-то мелочей, которые допилили, очевидно, в соответствии с пожеланиями и требованиями тех людей, которые купили XT5 до рестайлинга, который теперь автоматически, ну не то что обесценился, но стал гораздо менее интересным. Так, нам надо попасть на маяк, который называется Куллин. Маршрут. Через Хельсинборг. Объезжаем город Мальме. Да, тут других вариантов нет. Все, покидаем, друзья, Эрисунский мост, который находится за этим зданием с иллюминаторами. Я думаю, что здесь популярное туристическое место, но в сезон. Так, сейчас прямо и скоро налево. Да, здесь пока так же ведет. Ребят, в какую-то спортивную ориентацию превращается тест-драйв. Как ралли какой-то, да? То есть я как штурман, а ты должен гнать, потому что мы должны успеть, потому что у нас есть точка. Ну, пока правильно, да, на кругу. Через 400 метров на кругу налево. Вот несколько окон, я вижу, что занавески есть. Ребят, напоминаю вам, если кто-то не обратил внимания в предыдущих сериях и видео по Дании, да и по Швеции тоже, нет занавесок ни у кого. Обратите внимание, это обычные многоквартирные дома жилые. И везде вот стекло на просвет. Особенно это заметно в темное время суток. Идешь по городу, просто у всех, ну, люстры видны как минимум. Силуэты людей ходят. Ну, а у нас тем временем работают 3 навигации. Моя, Михаила там подсказывает что-то из кармашка, и штатная. До боли знакомый логотип, желтые буквы на синем фоне, в совершенно незнакомой чужой Швеции. Икея стала как родной. Если я хотел бы есть, я бы, наверное, сейчас заехал и заказал бы там каких-нибудь фрикаделек. Кстати, в Испании, в Икее своя тема, там продают свиную рульку, такие очень большие, крупные куски мяса. И многие испанцы ездят именно в Икею обедать, если она, конечно, в доступности для них, не очень далеко от них, потому что действительно не очень дорого и очень сытно. А наш путь пролегает по кольцевой дороге вокруг города Мальме. Я думаю, что интересно было бы, конечно, заехать в этот город, но когда совершенно не понимаешь, куда в этом городе пойти, где запарковаться и что посмотреть, когда есть пара часов. Через 800 метров сверните на съезд на
штатная навигация, кстати, тоже удобно показывает. У нее такой крупный сегмент появляется на навигации, который показывает, как съезжать. Потому что у Гугла это непонятно. Не то под эстакадой, не то после эстакады. А здесь как-то вот понятнее. Вот мы проехали примерно 100 с лишним километров по Швеции, пересекли границу с Данией. И все это время едем по дорогам, они какие-то покрупнее, какие-то поменьше. И вот сейчас, конечно, дорога идет к маяку, уже скоро будем там. Понятно, что стратегически это неважная трасса, и она стала уже уже. В основном вокруг какие-то поля. Но я думаю, что здесь только те люди, производств нет никаких, только те люди, которые здесь либо живут, либо занимаются земледелием. В общем, местные либо туристы. Но и в целом хочу отметить, что, наверное, вот просто так хаотично передвигаться по Швеции, что-то интересное увидеть сложновато. То есть все достаточно однообразно. Еще погода, конечно, не особенно располагает. Хотя в целом вот что-то снять для вас, вроде Швеция, вроде хотелось бы что-то вам показать. Но я думаю, что вот города, да, достопримечательности определенные, если расставлять точки маршрута, да. А вот так вот ехать просто по Швеции и рассказывать, посмотрите налево, посмотрите направо, нет. Потому что, например, по той же Америке, когда мы ехали, вы сами помните, что периодически хотелось достать камеру и что-то где-то интересное снять. Очень сильно менялись пейзажи. А здесь все, ну, в общем-то, одинаково, даже домики все одинаковые, вот такие всякие. Якори стоят. Ну что, вот показывать вам якорь. Стоп. В очередной раз отмечаем, ребят, вот Михаил тоже говорит, что тормоза, ну действительно, они здесь вот требуют продавливать педаль. Я не думаю, что они перегреваются, я не думаю, что они неэффективны, но они настроены по-американски. Все-таки мы уже привыкли к тому, что на педаль нажал, и сразу же машина клюет носом, а здесь надо периодически прям продавить, чтобы остановиться. Любят ли они эти Е60 здесь, шведы, универсалы? С круговым движением сверните на второй выезд. Такие дома все напоминают общежития какие-то, большей частью. Они невысокие, очень однотипные, как гостиницы, хостелы, общежития, но никак не частное жилье, но не похоже. Езжайте с перекрестка с круговым движением. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Вот хотя бы какие-то дома похожие на частные. Конечно, архитектура местами странная. Во-первых, у них домики достаточно симпатичные. Сочетаются периодически с какими-то просто контейнерами, стоящими друг на друге, с окнами. При этом часть этих контейнеров имеют очень большие окна, большая площадь остекления. Но в то же время есть очень много домиков, у которых окошки маленькие, такие, знаете, зарешоченные, куча маленьких стеклышек. Ну, видимо, зависит от времени постройки. Но, тем не менее, архитектура, ну, можно назвать ее своеобразной. Много мансардных окон и много второго света. Видно, что прямо от пола до верха стекла. Если приглядываться, у каждого чердака есть либо окошко, либо мансардное, либо в торце. То есть те места, которые обычно не задействованы как жилые помещения или даже просто хозяйственные в большинстве домов во многих других странах. Я так понял, что в Швеции это вот буквально страна чердаков. Видите, окошко маленькое есть везде, абсолютно везде. То есть там жилой площади вообще полезный, просто минимум. Но все равно использовано, даже сарай имеет сверху маленькое окошко.
Видимо, какой-то там подъем, лестничка и что-то там, может быть, спальное место какое-то. Но на самом деле там больше ничего и нет, там не разместить ничего больше. Вот такой дом, кубик современный, а за ним сразу с черепицей. Видно сразу, что разница лет в 30-40 между постройками. Я думаю, что это образец мельницы, на который можно посмотреть и увидеть, какими были мельницы в Швеции сотни лет назад. То есть это совершенно однозначно не музейный экспонат, не выставочная экспозиция. Вот, кстати, лишний раз подтверждает передвижение по такой дороге периферийной, что надо съезжать с трасс, ехать, если хочется что-то посмотреть. Конечно, как я уже не раз говорил, не платными дорогами, потому что платные дороги – это всегда скоростные трассы, и вокруг вообще ничего нет, и не большими шоссе. Вот здесь, по крайней мере, интересно. Крутишь головой, смотришь, такой дом там. Один камнем выложен, другой кирпичный, один современный, другой старый. Да, жалко, конечно, что мы здесь в дождь. И, кстати, на периферии стали появляться Вольво и Саабы, которых как-то до этого меньше было. Угу. Вот такие стекла прям панорамные у некоторых домов. Странно, с их-то энергосбережением. Расточительно очень. И с климатом таким. Да, и климат такой. Все равно они, если я так понимаю, дом более-менее современный, хотя бы 80-е. Это сразу прям панорамные террасы. Окна в пол, так называемые, очень много с большими стеклами. Летом, наверное, живописная дорога. Скорее всего, все зеленое. Это сейчас как пейзаж из фильма ужасов. С 1561 года существует этот маяк. Я думаю, значительно позже добавились возможности зарядиться. Wi-Fi, кафе, мороженое. Посмотрите, какая линза, какого размера вращается в маяке. Кстати, интересный музей маяков. По-моему, единственный в России, так точно, есть в Питере. И там вот подобные линзы, ну, конечно, меньшего размера. И вообще устройство всех маяков. Я там был несколько лет назад, всем рекомендую сходить. Ну и, видимо, я так думаю, что это Peugeot-смотритель. Ну или дежурного кого-то по маяку, потому что очень уж по-барски оно стоит. Ребят, меня пустили в святую святых данного мыса. Я надеюсь, что ничего не произойдет, потому что я чувствую ответственность. На самом деле это очень тяжелое и хрупкое стекло. Давайте поднимемся сюда. Слушай,
местности, я боюсь сюда заходить, потому что заденет этим. Очень мало места, чтобы пройти. Я думаю, что когда останавливают вращение вот этой линзы, сюда можно выйти. Я не буду злоупотреблять доверчивостью смотрителя, который сказал, идите и смотрите за меня здесь, что хотите. Но вот это все стекло, и это такая масса огромная. И внутри, соответственно, прожектор, который за счет вот этих линз дает тот самый эффект, который должен быть виден проходящим мимо кораблям для навигации. Здорово, потому что вот здесь все действительно настолько старое. Всей этой конструкции столько лет. Смотрите, здесь написано, что мотор линз первый, второй. Такие, понятно, что меняли неоднократно проводку, какие-то переключатели, но в целом вся конструкция, она очень раритетная. И я думаю, что вот так выглядит лампа. Запасная лампа. Здесь даже что-то написано. 1000 ватт. Перегоревшая, спиралька внутри сгоревшая. Здесь написано, что свет этого маяка эквивалентен 33 100-ваттных электрических лампочек. И производило все это, наверное, линзы, скорее всего, Барбье и Бинар, Париж. Кстати, камеру забросало уже грязью. А камер здесь, ребят, 6 штук. То есть здесь система кругового обзора присутствует. И все эти камеры пальцем замучаешься ходить и протирать. Так мы вроде привыкли все. По камере прошелся, уже в привычку вошло. А теперь придется везде, и в зеркалах, и в передней решетке, и сзади. Но все это дает система кругового обзора помощь при парковке. А мы отъезжаем от маяка. Маяк на самом деле интересный, и нам сказали, что здесь есть служитель, смотритель маяка, который разрешил нам просто ходить, он болеет, а смотритель сказал, пожалуйста, приходите, я вам доверяю, можете что угодно смотреть. И, естественно, у маяка есть история, здесь есть какие-то обломки фюзеляжа какого-то самолета, который врезался в мыс у этого маяка. Все написано, к сожалению, по-шведски, поэтому не было возможности детально изучить историю, маяк, которому... 1600-го, да, по-моему, он год? 651-го года. То есть понятно, что ему почти 400 лет. Естественно, он в жизни своей повидал. И в силу того, что сооружение маленькое, вся его история хранилась бережно. И в итоге он стал такой достопримечательностью музейной. Это один из первых маяков в Швеции. А мы выезжаем из этой местности, сейчас по этой косе, по которой мы сюда приехали, и едем куда-то в ближайший городок на обед. Причем место, где мы сейчас едем, что-то связано с итальянским чем-то. Вот написано «Итальянска Вагин». Что-то такое итальянское. Это территория национального парка. Тут все, на самом деле, достаточно ухоженно. Лавочки стоят, столики. Не очень похоже на Италию. Я совсем недавно был в Италии, и там все очень неухоженно как раз. Этим, конечно, шведы, да и, в общем-то, датчане тоже в целом славятся, что... Все у них действительно очень чисто. Оно скромное и чистое. Такой стиль, как мы привыкли в последнее время говорить, Икея. По сути, вся страна живет в этом стиле Икея, который нам, скандинавский, принес именно этот сетевой магазин. В целом это просто для них, потому что они так привыкли. Скромно, чисто, лаконично.
Итак, друзья, очередной шведский городок, милый, с такими красивыми старыми зданиями, которые перемешаны с современными, безликими, аскетичными жилыми комплексами. И здесь тоже направо, да, получается? И, наверное, вот, я не знаю, правее куда-то сюда. В какой из заездов? Наверное, вот так все-таки. Ванта. Дальше чего? Это что такое? Я не знаю, что это такое. Какой-то там анал персонер. Во, открылось. Обещал, какую карму пропустил. Там ребята наши тоже так же скитаются. Приключения клоунов в Швеции. Ну, обычная ситуация, когда не знаешь, потом-то понятно уже все сознанием дела. Красный свет, для чего? Я не знаю, для кого он горит и для чего. Вроде здесь. И как дальше, сюда что ли? Да, он по-моему стоит. Еще теперь куда? Там фуры какие-то. Я вообще не понимаю, куда ехать. Не, вон легковые тоже стоят. Так может быть легковые сюда должны были заехать? А просто он, видно, уже отправляется. Да вряд ли. Наши тоже там стоят кто-то сзади. Может, мы не успели на него? Но мы очень быстро приехали. Сейчас наша поддержка приедет, тогда я вылезу. Потому что я влез перед каким-то ленд-крузером очень бодро. Боялся, что мы вообще не успеем. Смотри, какая интересная штука. Напоминание. Убедитесь, что ничего не забыли на задних сиденьях. То есть он определяет то, что сзади лежат вещи, видит это как кресло. И, соответственно, таким образом напоминает, что заберите с заднего дивана свои вещи. Ребят, теперь, конечно, я специалист по погрузке на шведский паром, который идет в Данию. Но до этого, конечно, пришлось намучиться. Не все я еще снял, не до камеры было. Ну, народ уже пиво взял. Интересно, сколько же паром-то это идет? Раз народ так расселся, кушать и пить. О, почтальон Печкин. Что-то нельзя, но я не знаю, что. Потому что не по-нашему. Да можно все. У них эти паромы, ребят, как электрички буквально ходят здесь. Отходят очень быстро, загружаются очень быстро. Вот мы не успели на один, а второй уже через 20 минут подошел. Но это небольшой паром, он такой именно вот транспортное сообщение между двумя странами получается. 50 евро, напоминаю, стоит билет на машину. Ну и, соответственно, наверное, в машине сколько человек влезет, столько ему будет. Холодно. Я бы, конечно, с удовольствием постоял еще на палубе, показал бы вам, но очень сильно задувает. Ну давайте немножко исследуем окрестности. Хотя, в общем-то, все с ними понятно. Просто здесь нет кают, я думаю, для спальных мест, для каких-то длительных переходов. Чисто автомобили, рестораны. Все, вы заехали, я думаю, вас не пустят. Куда не пустят? Ну туда не пустят, куда мы влезли.
Так, ну снова. Цены в шведских кронах. Только я изучил курс датской кроны, теперь приходится шведский. Но, слава богу, мы не голодаем. Наверное, это самые козырные места. Видите, они все заняты. Тут даже типа дьюти-фри местный. В общем, ребят, на пароме не соскучишься. Хотя, когда есть деньги, нигде не соскучишься. Даже для азартных людей есть чем заняться. Ребят, оказывается, всего полчаса идет паром. Даже меньше, как выяснилось. Но народ так расселся, как будто здесь собрались идти несколько часов как минимум. Можно было не садиться вообще, можно просто было постоять чуть-чуть и все. И ты из Дании находишься в Швеции. Но специалисты по путешествиям, как я понимаю, умело используют эти полчаса. Какие-то замки здесь, друзья, можно было бы, конечно, при наличии времени, нашлось бы, что поисследовать. Только пробежались, да, по кругу, по парому, и все. Уже на выход. Опять поехала другая очередь. Слева первый. Ну, на выезд не так обидно. А вот на въезд вдруг не влезли бы. Проворонив первый паром, было бы очень обидно не попасть на второй. Но хотя они ходят каждые 20 минут. И ходят примерно по столько же по времени. На самом деле, не так все это было страшно. Потому что я привык к тому, что паром – это что-то такое, опоздал, и все, завтра только уйдешь. Причем здесь тоже, получается, нет вообще никаких таможенных постов. То есть теоретически где-то здесь есть какое-то КПП, где должны отлавливать каких-то людей, которые вызовут подозрения. Система срабатывает. Предотвращение столкновения. Вибрирует сиденье, моргает красным на проекционном дисплее. Но я уже ко всему к этому привык. Начинаешь постепенно уже чувствовать Кадиллак как родной. Уже понимаешь, когда какие режимы включать, понимаешь, когда какая передача подоткнется. 39? Но вот 48 километров у меня точка, это другая. Тогда давай руководи. Тем временем, друзья, вот такая надпись у меня светится на приборной доске. Кто из специалистов знает, объясните. Где лаководы? Предпринята попытка кражи. Это что? Я думаю, что сработала сигнализация у нас на машине, пока мы шли на пароме. Но звучит ужасающе, потому что мы сразу завертелись на свои сумки, которые все лежали в багажнике. Все в порядке. Как это дело закрыть? Неприятно с этим ехать. Постоянно смотреть и думать о том, что у тебя предпринята попытка кражи. Ну что, друзья, начало смеркаться, и время подводить итоги. Вот, и здравия Cadillac XT5. На самом деле, быстро привык как к любому современному автомобилю, и из недостатков, наверное, можно отметить, но то, что отметил уже неоднократно, это вот достаточно тугая педаль тормоза. Но это особенность этой машины. Из плюсов, которые некоторые могут счесть минусами, это достаточно нервная работа трансмиссии. Все эти 9 передач, они очень охотно подтыкаются, постоянно перебираются, и машина очень интенсивно при необходимости ускоряется. Кстати, ни разу не было недостатка мощности. Когда
были какие-то обгоны, какие-то ситуации на дороге, ни разу не задумывался о том, что ревет, но не едет. Такого нет вообще. И очень хорошо реагирует, подхватывает. Вот сейчас, кстати, мы можем стартануть. Передние колеса сразу буксуют. Динамика – это было самое большое опасение в самом начале, потому что 2 литра турбо. Я думаю, что единственное, что может со временем аукнуться – это ресурс этого мотора, чисто теоретически. Хотя машина вызывает ощущение надежности в целом. Она ни разу не американская, и фанаты американцев, скорее всего, будут недовольны этой машиной, потому что это вот люди, которые, допустим, пересаживаются или ездили до этого долго на каких-то классических кадиллаках, а к таковым я могу, например, отнести Escalade, они однозначно сделают для себя выводы, что эта машина не их, потому что она едет по-европейски, наверное, большей частью. Но я думаю, эта машина, она, скорее всего, либо будет второй в семье, то есть, если, допустим, у мужа Escalade, чисто теоретически, то покупает жене такую машину, как XT5. Но, как часто бывает, когда покупаешь что-то жене, какую-то машину, и периодически она становится подменной. Ну, вторая в семье все-таки, как правило, меньше, может быть, даже чем-то проще, поэкономичнее, пошустрее. И частенько люди пересаживаются на вторую машину сами и начинают спорить с женой, кто на этой машине поедет. На самом деле, хорошая, верткая машина городская. Я не могу сказать о расходе топлива, но понятно, что он будет в пару раз меньше. Сколько на Escalade у тебя получилось? И это на новом Escalade, который только вышел, со всеми этими отключаемыми цилиндрами. Все равно под 30-ку, ребята, осталось. Из американского в Кадиллаках остался только расход топлива. Вот. И на самом деле здесь литров, я думаю, все равно 13-то будет, потому что... Да. В смешанном они заявляют 9-10. Ну и еще можно добавить, что XT5 не разочарует людей, которые привыкли к другим кроссоверам, корейским, японским, европейским. Ты садишься в машину, у которой американский бренд, есть ряд каких-то американизмов, нарочито вычурных, типа там 6 розеток или музыки Bose, или каких-то вот сидений, которые вибрируют при... Ну, это все такие фишки General Motors'ские. То есть они перекочевали с тех машин, которые были изначально в гораздо более древних моделях. Но в то же время машина едет по-европейски и ощущается по-европейски. И, наверное, один из ее таких основных плюсов, ну, собственно говоря, на этом и пытается выехать Cadillac с продажами, это то, что машина имеет какую-то индивидуальность за счет имени. Потому что, ну, Cadillac, понятно, это легенда. И если ты говоришь, какая у тебя машина, у меня Cadillac, уж вторично потом какая модель. Потому что Cadillac все равно пока до сих пор звучит. Ну и, в общем-то, наверное, выводы каждый делает сам, потому что я знаю, что эту машину протестировали и будут еще тестировать много людей. Я знаю, что все они сделают собирательный образ, прочитают отзывы друг друга, прочитают американские отзывы и переведут их. И на их основании сделают какие-то обзоры с техническими параметрами, с более детальными, нежели делаю я. Но я делаю обзоры через жизнь, через паромы, через метро, через самолеты, еду, отели и просто передвижение человека, который сел за руль этого автомобиля, для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями просто по-дружески и рассказать о том, как эта машина себя ведет. Вот, друзья, те же улицы, только следующим вечером, и сейчас около 7 вечера.
И вот что происходит на улицах. Ну, в общем-то, ничего не происходит, это нормально. Но вам для сравнения. Ну вот и все, друзья. Хотя нет, погодите. Не забудьте скачать приложение Дром. Ссылка в описании. Вот теперь все.